эти выходные на лыжной базе пройдет Международный день снега. Программа обещает быть насыщенной. Спуски на ватрушках, семейные и индивидуальные соревнования, концертная программа и, конечно же, конкурс «Фигуры снега». В этом году темой конкурса станет любимая детская сказка. На данный момент готовятся кубы для того, чтобы уже приходили люди и строили различные сказочные фигуры. То есть, как я уже сказала, это детские сады, школы и различные организации. На празднике организаторы подведут итоги снежного фестиваля и наградят победителей. Для того, чтобы принять участие в конкурсе фигур, необходимо скачать заявку с сайта Департамента по делам молодежи и спорта, заполнить ее и пройти регистрацию. Победитель будет определяться в каждой номинации, существует положение, и в соответствии с этим положением будут определены победители и призеры в каждой номинации. Одним из самых ярких событий праздника станет лыжный забег в Кигуруме. Ребятам предстоит в костюмах преодолеть дистанцию на 500 метров, а для семейных команд пройдут состязания по сан-лес-болу. У них идет спуск с горы на ватрушке всей семьей и затем поднимать, то есть санки, лестница и мяч. И они поднимаются бегом по горке вверх на финиш и фиксируется результат. Традиционно организаторы приготовят для саровчан интересные мастер-классы, интерактивные развлекательные площадки для детей и взрослых, на которых можно будет поиграть в мини-футбол, хоккей, а также поучаствовать в конкурсах и различных викторинах. Также во время праздника будет работать прокат сноутюбов и лыж. Регистрация участников начнется в 9 утра. Более подробная информация по телефону 671-81. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.